названа самая богатая семья в «Игре престолов». Эксперты назвали 5 самых богатых семей 7 королевств. Информационное агентство Bloomberg опубликовало видео с рейтингом самых богатых семей из «Игры престолов». Он составлялся на основе материальных приобретений персонажей за 7 сезонов. При составлении также учитывалось мнение фанатов. Пятерку самых состоятельных домов 7 королевств замыкают Грейджои, поскольку у них есть большой флот. Четвертое место заняли Старки. Их территориальные владения эксперты сравнили с Сибирью и посчитали, что там можно найти много ценных ресурсов. На третьем месте оказались хозяева Орлиного гнезда Аррен, контролирующие недоступную из-за географического положения другим домам долину. Вторыми в списке богатейших оказались Ланнистеры. Они лишились лидерства, потеряв золотые рудники Кастерли Рок. Богатство этой семьи определялось возможностью получения кредитов от Железного банка и контролем над торговыми путями. Самыми богатыми же оказались Таргариены, поскольку Дайнерис обладает ценным активом – драконами. Эксперты не смогли дать точную оценку состояния семьи в денежном эквиваленте. Ее богатство оценивалось с точки зрения стоимости драконов. Также в рейтинге учитывалось потенциальное имущество, которое можно заполучить при помощи драконов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подпишитесь на канал. А как вы считаете, верна ли наша подборка или вам есть что добавить?